Россия является многонациональным государством, что также отражено в ее конституции. На ее территории проживает более 190 народов. У каждого народа свои традиции, свои песни и танцы. Народные танцы зародились в глубокой древности. В основе многих из них лежали ритуальные пляски жрецов и шаманов. Постепенно они утратили свое мистическое значение и стали праздничным развлечением. У народного ансамбля танца «Танок» много друзей в танцевальных коллективах по всей нашей многонациональной стране. Сегодня мы расскажем вам о некоторых национальных танцах на примере образцового ансамбля «Ветерок» из города Кирова и народного ансамбля танца «Танок». Татарские танцы включали в себя сценки из повседневной жизни. В номерах обыгрывали отважность и гордость татарского народа, военные победы, счастливую и несчастную любовь. Танец издревле составлял часть быта и культуры удмуртского народа, его календарных праздников и семейных обрядов. С течением времени многие танцы стали средством развлечения, выражения разнообразных эмоциональных состояний и чувств человека.
В Осетии, наряду с музыкально-поэтическим искусством, танец издавна был необходимой принадлежностью почти всех народных праздников, связанных с древнейшими языческими, а позднее и христианскими верованиями. Танец являлся излюбленным видом развлечений молодежи на свадебных, семейных торжествах, на общественных празднествах, а также имел обрядовое значение. Thank you.
Русская пляска – это бурное веселье, лирическое настроение, восторг и любовь. Она дает возможность раскрыть личные, индивидуальные черты характера, показать свою манеру исполнения. Каждый исполнитель может проявить в пляске свою изобретательность, мастерство, профессионализм, щегольнуть сложным движением. В массовом плясе нет ограничений ни в возрасте, ни в количестве участвующих. Пляшут все одновременно, темпераментно, лихо, с большим увлечением. Они самозабвенно выплясывают свои любимые колена, импровизируют по ходу исполнения, стараясь достойно показать себя в пляске.